партии и правительство дали писателю все, отняв у него только одно – право писать плохо. Отлично сказано. Отлично. Этому следует прибавить, что партии и правительство отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить – это значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это. И не больше этого. Мы должны не только шапочно знать друг друга в нашей стране, но и читать со всем вниманием, какого заслуживает наша работа. Человек растет в действии. Мы видим, как выправляет людей физическая культура. Нам нужно тренировать нашу познавательную способность. Кратко говоря, нужно учиться.